Всем привет! Вот гитаристом можно стать, а барабанщиком нужно родиться. Вот такой статус я видела сегодня в соцсетях. И вдруг меня осенило, ведь я когда-то тоже хотела стать барабанщицей. Ну, во-первых, девушка-барабанщик – это очень круто. А во-вторых, вокруг тебя всегда много парней. И в-третьих, есть что-то завораживающее и первобытное в этих ритмических ударах. Меня зовут Натали. Меня Сергей. Сергей, очень приятно. Мы можем на «ты» разговаривать? Да, можем. Я очень хочу научиться играться на вот этих штучках. Да. Хорошо, но сначала тебе нужно попробовать другой инструмент, чтобы врубиться в то, как это вообще работает. Попробуем? Ну, давай. Вот, смотри. Эта штука называется... Эта штука называется шокалё. Шокалё. Это бразильский народный инструмент, погремушка такая. Я хотела на барабанах научиться играться. Сначала нужно это, обязательно, иначе не получится. Надо. Так. Что делать? От себя к себе. От себя к себе. От себя к себе. И пошло! Ты не убилась? А сейчас ты не убила? Нет. Нежнее. Это почти как скрипка. Сергей, ну я уже могу, в принципе, играть на вот этом. Я же на этом научилась. Ребята, поехали. Отыграла, спасибо всем. Это все я. Это очень круто. Это прям очень круто, но без меня бы, конечно, не так получилось, да? На шакале уже получилось? Да. Давай попробуем на другом. Давай, давай, давай. Смотри, вот это да. В одну руку это, да, в другую вот это. Ага, отлично. Готов? Мне что делать? Все просто. Есть два звука. И дальше ты, собственно, делаешь вот так. Слушай, ну ты готова, у тебя все здорово получается. Почему? Держи. А. Держи палочки. Это вот спички. Да. Почему да, у да, тебя да, такие, у меня вот такие? Ну, потому что у тебя маленькие, ну, специальные детские, вот, а у меня взрослые. Ну, ты еще пока учишься? Ага. Угу. Ну что, Наталья, ты готова? Да. Да, у тебя теперь есть палочки. Вот, и теперь... Ушные. Да, уж, ну, почти, да. Вот эта штука называется сурду. Сейчас я покажу. Как? Сурду. Сурду? Сурду. Сурду. Почему так называется? Ну, потому что глухой с португальского переводится. Это что, глухой на барабане играл? Да, побей по нему. Видишь, такой звук глухой? Вот в этом суть. А это дорогая вещь? Да. Да. Хорошо. Я украла барабан просто. А зачем? Штанину засунула барабанчик. Это будет интересно. Смотри, показываю, как играть. Раз, два, три, че, раз. Так, молодец, хорошо получается. Давай теперь попробуем все вместе. Давайте. Ребят, готовы? По счету самбо. Ура! По счету самбо регги. Раз, два, три, че. Да, вообще, идеально. Да, почти. Да. Да.
сейчас будет выше, вообще, высшая лига. Окей, готова? Да. Смотри на Лену и повторяй. В общем, я думаю, у тебя все получится. Конечно.